for a moment pretend with me. Давайте повоображаем на мгновение вместе со мной. Don't laugh too hard. Но не смейтесь слишком сильно. Pretend that we are your future self. Представьте, что мы это вы в будущем. 40 years from now. Через 40 лет. We've come back in time. Мы перенеслись во времени назад. To tell you that God loves you for your faith in Him. Чтобы сказать вам, что Бог любит вас за вашу веру в Него. God loves you for giving yourself so completely to Him. Бог любит вас за то, что вы так всецело отдаетесь Ему. That you take time now to know Him better. За то, что вы сейчас уделяете время тому, чтобы лучше познать Его. Because He sees the future. Потому что Он видит будущее. So our word of encouragement to you. Я сегодня хочу ободрить вас тем. Is to stay on the trajectory He's moving you. Чтобы призвать каждого из вас оставаться на той траектории, по которой Бог вас ведет. We say this from your future. Мы говорим это с будущего, с вашего будущего. He will do wonderful things with your lives. Он в вашей жизни будет совершать прекрасные вещи. So this morning, let's think for a minute about being a disciple of Jesus Christ. Давайте сейчас подумаем о том, что такое быть учеником Иисуса Христа. You've probably already heard that a disciple was something like a student or the teacher. Вы уже, наверное, слышали то, что ученик это как учитель или изучающий что-то. The disciple learned the teacher's ideas. Ученик учился идеям у учителя. He also learned how the teacher lived. Он также учился образу жизни своего учителя. Not only did a disciple learn in a classroom like we do here. Ученик не только учился в помещении подобное этому. They learned by watching the teacher and imitating what he does. Они учились у учителя, повторяя за ним и подражая тому в том, что он делал. Think about kung fu. Представьте себе кунг-фу. Read books about kung fu. Прочитайте книги по кунг-фу. You'll never be able to do it. И вы не сможете повторить то, что там написано. Until you have someone in front of you who can show you how to do it. До тех пор, пока перед вами мастер не покажет, как это делать. So the disciple learned by imitating the teacher. Ученик учился, подражая своему учителю. Disciples gave their energy to the teacher's program, to his cause. Ученики посвящали себя и тратили все свои силы на то, чтобы постичь дело учителя. Disciples worked hard to give honor to their teacher. Ученики работали изо всех сил для того, чтобы почтить своего учителя. It was like when the teacher died, the teacher's life would live on in his disciples. И если бы учитель умер, то в каком-то смысле он бы продолжал жить в своем ученике. To be a disciple was to be committed to the teacher. Быть учеником означало быть преданным учителю. But it was also to have the teacher committed to you. При этом и учитель был предан вам. Now you know from the Gospel of Mark, you'll remember in chapter 1. Вы знаете из Евангелия от Марка, первой главы. Jesus is baptized, he receives the Holy Spirit. О том, что Иисус принимает крещение, получает Святого Духа. He goes out into the desert to fight the evil one and wins. Отправляется, послан в пустыню для того, чтобы победить сатану, преодолевая искушение. And he comes out to announce to everyone, the kingdom of God is upon you. И он, преодолев эти искушения и получив Святого Духа, выходит и говорит всем, что Святой Дух сошел на людей. In verses 16 through 20, it's the story of Jesus calling four people. В первой главе, в стихах 16 по 20, Иисус призывает четырех учеников.
He calls them away from their work as fishermen and says, "Follow me." Он отвлекает их от работы и отрывает их от рыбалки и призывает следовать за ним. And they do. И они это делают. They see something in Jesus that they want in their lives. Они видят в Иисусе то, что они хотят в своей жизни. They see, they hear words that make sense to them, that they want to work in their lives. Они слышат слова, которые им понятны, и действия, которых они хотят ощутить в своей жизни. All their lives they lived in the hope of the kingdom of God coming. Всю свою жизнь они жили в надежде на приход Царства Божьего. And they believe that Jesus is bringing it. И они верили в то, что именно Иисус его принес. And we believe that too, right? И мы с вами тоже в это верим, правда? Mm-hmm. Yes. Not me. No. Okay. Good. You scared me for a moment. Wait. Я на секундочку испугался. Yeah. Now, early in the story, the disciples don't do very much. В самом начале истории мы не читаем, что ученики что-то, что ученики многое делают. They go with Jesus where he goes, and they watch what he does. Они следуют за Иисусом и наблюдают за тем, что он делает. And it's pretty exciting what they see. И то, что они видят, приводит их в восторг. He kicks out demons. He heals people. Он исцеляет людей. Он изгоняет бесов. He gives good news to people who lost hope. Он приносит благую весть людям, утратившим надежду. By doing this, Jesus showed his followers the kinds of things he wanted to do in them. Делая это, Иисус тем самым показал своим ученикам то, что Он впоследствии хотел видеть от них. But Jesus became very controversial. Иисус становится очень противоречивым человеком в своем окружении. By the time of chapter 3, verse 12, к 3 главе 12 стиху, the religious leaders feel threatened by him. Религиозные лидеры ощущают угрозу со стороны его. They get on telecanal to complain about him and stir up the people against him. И вот они выходят по выступают по местным телеканалам и возмущают людей против него. They even secretly make plans to assassinate him. Они даже тайно вступают в сговор, чтобы убить его. In chapter 3, verses 13 and 14. В 3 главе, 13 и 14 стихах. He calls 12 of his disciples to be with him. Он призывает 12 апостолов, чтобы они служили с ним. So he can send them out to preach and do good works that demonstrate the kingdom of God. Для того, чтобы отправить их и служить и показывать, как должно действовать Царство Божие. Let's focus for a minute on that part that says he called them to be with him. Давайте сосредоточимся на какое-то время на фразе «Он призвал их, чтобы те были с ним». Why did they leave everything to follow him? Для чего они оставили все, чтобы следовать за ним? Why did they stay with him when other people began to oppose him? Почему они остались с ним тогда, когда другие люди стали выступать против него? Why did they stay when the authorities were against him? Почему они остались рядом, когда власть была настроена против? Why did they stay when even his own family was against him? Почему они оставались с ним даже когда собственные семьи были против? Did Jesus use a Jedi mind trick? Использовал ли Иисус прием джедая? You will follow me. И будешь следовать за мной. No, you know he didn't do that. Конечно же, мы знаем, что он этого не делал. Star Wars. Yeah. I'm sorry, Star Wars. Yeah. Извините, это пойму те, кто Звездные войны. That only tells you how old I am. Но это лишь эта шутка показывает вам, насколько я старый. When Jesus called people, he wanted them to be committed to him. Когда Иисус призывает людей, он хочет, чтобы они были преданными ему. But he was also committed to them. Но он и сам был предан им. Need a volunteer. Мне нужен доброволец. Anybody? Кто? 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 Нас времени мало.
Как вас зовут? Даша. Даша, окей. Очень приятно. I only know a little bit of Russian, and it's dangerous. Знаю очень мало русских слов, и это опасно. When Jesus called someone to be a disciple, когда Иисус призывал кого-то быть своим учеником, here's what he did not say. Вот чего он не говорил. You are a terrible, miserable, rotten sinner. Ты ужасная, закоренелая грешница. I don't know if we can do anything with you. Не знаю, получится ли у нас с тобой что-то. But I'll try. Ну я постараюсь. Here's what he did. Вот что Иисус сделал. Давайте, пожалуйста, поближе к среднему. It's a little bit like this. Приблизительно следующее. He looked her in the eye. Он посмотрел ей в глаза. Or him in the eye, as the case may be. Или ему в глаза, возможно. And he said. И сказал. You're committed to me. Ты предана мне. You believe in me. Ты веришь в меня. So I believe in you. Поэтому я верю в тебя. I believe you're the kind of person. Я верю, что ты такой человек. Who is capable of learning what I teach. Который способен научиться тому, чему я учу. I think you're the kind of person who can become like me. Я думаю, что ты такой человек, который можешь стать как я. I believe you can do meaningful things in the kingdom of God. Я верю в то, что в Царстве Божьем ты можешь совершить что-то значимое. I believe you're the kind of person I can live in. Я верю в то, что ты такой человек, в котором я смогу жизнь после, в котором я смогу жить после своего ухода с земли. You're investing your life in me. Ты вкладываешь свою жизнь в меня. So I'm investing my life in you. Поэтому я вкладываю свою жизнь в тебя. Спасибо. And of course, those are the things that Jesus Christ wants to say to all of us. Это то, что Иисус Христос хочет сказать каждому из нас. No matter where you came from. Вне зависимости от нашего происхождения. He calls us to be disciples because we need to learn. Он призывает нас быть учениками, потому что нам нужно научиться. But he calls us to be disciples because he believes we can do it. Он призывает нас быть учениками, потому что он верит, что мы справимся. You can become like Jesus Christ. Вы можете стать как Иисус Христос. You can learn how to think like he thinks. Вы можете научиться мыслить как он. You can learn how to speak like he speaks. Вы можете научиться говорить как он. You can learn how to have compassion like he did. Вы можете научиться сострадать как сострадал он. And it doesn't matter where you start from. И неважно с какого места вы начинаете. Following Jesus has the deep foundation. Последование Иисусу Христу имеет глубокое основание. Of his friendship with us. Основание его дружбы с нами. Let me give you a kind of modern day example of how this works. Я сейчас приведу современный пример, который показывает, как это происходит на практике. Many years ago, when I was a lot younger, in our program, like UBI, много лет назад, когда я был намного моложе и учился по программе подобной той, которую проходите вы в УБИ. An older man welcomed us into that same kind of friendship. Человек старше нас по возрасту пригласил нас также стать друзьями. He used to say, "Follow me as I follow Christ." И он сказал, следуйте за мной, как и я следую за Христом. He was committed to us. Он был предан нам. He taught us in classes, but he welcomed us into his life. Он учил нас во время занятий, но и он приглашал нас принимать участие в своей жизни. So that we could see the things in his life that were like Jesus. Чтобы мы видели через его жизнь, что мы подобны Иисусу. And see things that were not like Jesus. И видеть то, что в нас не похоже на Иисуса. And we learned how to struggle with growing and learning by watching him. И мы, наблюдая за ним через борение, через преодоление трудностей, научились быть как он. We got to learn by seeing. Наблюдая, мы учились. By doing Christian activities with him.
и совершая христианское дело вместе с ним, мы тоже научились. By asking questions and making mistakes. Мы научились, задавая вопросы, делая ошибки. Being corrected sometimes. Когда мы принимали обличение. We learned a lot about how to love other people because he loved us. Так как он любил нас, мы во многом научились любить других людей. I learned a lot about how to forgive other people by watching how he forgave people who hurt him. Я во многом научился прощать людей, следуя, наблюдая, как он прощает тех, кто его обижал. We used to go to coffee places and talk about spiritual things. Раньше мы ходили в кофейни и общались на духовные темы. The waitress would come and put coffee in our cups. Подходит к нашему столику официантка, наливает в чашку кофе. And he would start talking with them. И он заводит разговор с официанткой. And in a very short time, they were opening up their lives and telling him all kinds of things. И через короткое время официантка делится своей жизнью и разными подробностями. They weren't talking to me. Со мной они не разговаривали. I was younger and better looking. Я был тогда моложе, выглядел получше, чем сейчас. But they saw him and knew that he cared deeply about them. Но они видели его и понимали, и чувствовали, что ему есть дело до них. From those days I learned how to value compassion. С того времени я научился ценить сострадание. Jesus was like that. Иисус был таким. I want to be more like that. И я хочу быть более похожим на него в этом. I discovered that I was a better person when I was around my older friend. Я понял, что я был как человек лучше, когда я был рядом со своим другом, постарше меня. Now, it wasn't just because I was pretending to impress him, mostly. Я не старался по большей части его впечатлять. It was because of the kind of person he was. Но благодаря тому, каким он был. The things he talked about. Благодаря тому, о чем он говорил. The things that we did together. Благодаря тому, что мы делали вместе. I was always thinking and doing better things when I was with him. Когда я был с ним, то я мыслил лучше, я поступал лучше. He brought out the best in me. Он помогал мне обнаружить в себе самое лучшее. Over time, many things were written on my heart and into my life. За время дружбы с этим человеком многое было написано на моем сердце и на моей жизни. Because his friendship was the foundation of learning together. Потому что именно его дружба была основанием совместного обучения. Now we all know we're called to be disciples of Jesus Christ. Все мы знаем, что каждый из нас призван быть учеником Иисуса Христа. Okay, I know, not apostles, but disciples. Я знаю, да. Вы можете сказать, ну не апостолами, но учениками. From every nation, men and women. Со всех народов, мужчин, женщин. When Jesus calls us to be his disciples, this friendship is the kind of learning he offers us. Когда Иисус призывает нас быть учениками, то Он предлагает нам дружбу, через которую мы можем научиться. To be His friends, to go where He goes, to do what He does. Он призывает нас быть своими друзьями, идти куда Он идет, делать то, что Он делает. To learn from being loved and encouraged and forgiven by Him. Когда учиться на его примере, когда он любит нас, когда он прощает нас, когда он проявляет сострадание к нам. He mostly wants to bring out the best in us. Он хочет, чтобы в нас проявилось самое лучшее. It's not a subject in school. Это не очередной школьный предмет. It's an adventure. Это скорее приключение. How do we build this friendship with Jesus? Как
построить эту дружбу с Иисусом. Now we already know here, we're reading the Bible a lot. Находясь здесь, мы читаем много Библии. We know Jesus is with us in the Holy Spirit. Мы знаем, что Иисус с нами в Святом Духе. We're trying to learn to be like Jesus from our experiences with each other. Мы стараемся научиться быть более похожими на Иисуса через тот опыт, который у нас появляется. So as a guest from the future, поэтому в качестве гостя из будущего, this is the right trajectory. You're moving in the right direction. Я хочу вам сказать, что вы находитесь на правильной траектории. Вы движетесь в правильном направлении. But from the future, let me add one thing. Но с точки зрения будущего хочу дать вам один совет. Something that I didn't do very well in my past. То, с чем у меня дела не очень хорошо обстояли в прошлом. Let me encourage you to pray a lot. Я хочу призвать вас много молиться. Learn to pray well. Учиться молиться хорошо. Read the prayers of the letters of Paul. Читать молитвы в посланиях Павла. Read the prayers of the Gospels. Читать молитвы в Евангелии. Read the prayers in Psalms. Читать молитвы в Псалмах. Because the Psalms were Jesus' prayer book. Потому что именно псалмы были молитвенником Иисуса. Praying builds the connection with Jesus. Молитва укрепляет связь с Иисусом. It strengthens the friendship. Она укрепляет дружбу. It gives Jesus more opportunities to influence us. Она дает Иисусу больше возможностей повлиять на нас. You know, the Gospel of Mark is not a story of the great success of Jesus' disciples. Евангелие от Марка — это не книга, повествующая о великом успехе учеников Иисуса. It's a story of how badly they misunderstood him and messed things up. Это книга о том, как кардинально они его не понимали и как они потерпели неудачу. How they failed him right when Jesus needed them the most. Когда они подвели Иисуса в тот момент, когда он больше всего в них нуждался. Peter publicly disowned him 3 times. Петр трижды отрекается от Иисуса. And they all left him to die alone. И все ученики оставляют Иисуса, чтобы тот умер в одиночестве. When Jesus was raised from the dead, когда Иисус воскрес из мертвых, the angel speaks to the women who come to the tomb. Ангел сказал слово женщине, пришедшей к гробнице. And he does not say, и он не говорит, those disciples were terrible failures. Let's go get better ones. Эти ученики были ужасными неудачниками. Пойдем, найдем других, получше. He tells the women, он говорит женщинам, go tell the disciples and Peter, пойдите, скажите ученикам и Петру, that you can follow him again in Galilee. Что вы встретите его и сможете следовать за ним в Галилее. He will meet you there just as he promised. Он встретит вас там, как и обещал. I don't think that you will ever fail Jesus as badly as those 12 did. Я не думаю, что вы когда-либо подведете Иисуса настолько сильно, как это сделали те 12. However weak you are, какими бы слабыми вы не были, if you stay faithful to him, he will stay committed to you. Если вы будете оставаться верными ему, он будет оставаться преданным вам. Because Jesus the teacher is committed to us, he will not fail us. Иисус, наш учитель, предан нам, и он нас не подведет.